Всем привет, ребята. Сегодня ездили по делам. Ничего не снимала, кстати. Не знаю почему, что-то запара какая-то была. Некогда было тут. Что хотела вам показать? Купила вот такие вот ножницы. Заказывала я их на Валберес. Очень мне понравилось. Сейчас вот разделывала курицу, разрезала кость этими ножницами. Обалденные ножницы. Я старые свои ножницы выкинула. Эти вам очень рекомендую. В общем, кому надо, я напишу вам артикул. Короче, я в восторге от них. Кстати, они по отзывам хорошие. Называется Axe Wild. Немецкий ножиц, оказывается. Вот, упаковку сейчас только что выкинула. Сейчас я достану, вам покажу. Сейчас жду Лёшку, он пошел за сметаной. Я сейчас буду запеканку творожную еще делать. Вот, упаковка. В Германии написано. Там у них разные виды ножей, вот. Хлебный есть, кованый, сырный, для нарезки, нож мини-шеф, даже есть топорик разделочный. Ну, в общем, ножеточки тут у них. В общем, классно, мне очень понравилось. Понравились эти ножницы, так что присмотритесь. Может быть, кто-то ищет ножницы. А, еще хотела вам показать, что я заказала к Новому году. Сейчас, секундочку, я все достану и вам покажу. Так, отлично. Ну, смотрите, к Новому году, новогодний стол, я приобрела кольца деревянные, вот такие вот с оленем. Кольца для салфеток, для сервировки стола, олень называется, 6 штук в наборе. Сейчас я вам покажу. Там они разные есть у этого бренда. Ну, в общем, кому надо артикул, пишите, я вам тоже напишу. На Валберес, значит, заказывала. Вот так вот они выглядят, здесь 6 штучек. Вот они. Надевается это на сервировочные салфетки, ну, для декора. Так, сейчас я это уберу. Дальше, это я уже достала, это дорожка на стол красная. Еще заказала салфетки, конечно, можно было в тону выбирать салфетки, но я, в общем, я их все равно выкупила. Эта дорожка более такого красного, классического цвета, уходящий, наверное, в холодный оттенок. А это оттенок более теплый салфеток. Они с пропиткой, водоотталкивающие салфетки. Тоже 6 штучек сервировочных салфеток, на которые, собственно, я и планирую надевать вот эти кольца в виде оленей. В общем, я хочу красиво задекорировать стол. Мне так захотелось. Насмотрелась на Пинтересте вариации сервировки стола. Вот. Хотя, конечно, сейчас говорят, что в синем цвете там модно, елку в синем цвете, столы, ну, не принципиально, но как бы, мне кажется, классика, красный цвет на Новый год красиво смотрится. В общем, вот такие вот салфетки, вот так вот они выполнены, они ткани, но с пропиткой, значит, смотрите, сделано в Белоруссии, Домазон, специальное тефлоновое покрытие, водоотталкивающее, грязезащитная пропитка, вот. Сейчас еще кое-что покажу, что я заказала. Вот, значит, смотрите, написано, можно стирать, не отбеливать, сушка в барабане возможна, и гладить можно, и восстанавливается свойство после того, как погладили. Да, так и написано. Не имеет цвета и запаха, неопределимо на ощупь, устойчиво к стирке, облегчает уход. В общем, классная штука. Состав полиэфирное волокно 49% и хлопок 51%. Белоруссия, ребята. Вот так все это выглядит. Не знаю, это может артикул. Это вот что? Скорее всего, это артикул. В общем, не знаю. Кто знает, поймете. Значит, и еще заказала для сервировки вот такие вот конверты. Они для столовых приборов идут. Из фетра. Вот такие вот конверты. Написано Happy New Year. Сюда вилку, нож и ложечку можно положить. И красиво все оформить. То есть по центру дорожка. На тарелочках салфетки задекорированные вот так вот оленями. И здесь столовые приборы. Так будет симпатично, мне кажется. Вот. Еще надо придумать, что по центру поставить. В принципе, можно свечи какие-нибудь. Ну, в принципе, там, если... Я не планирую прям много готовить. Я сделаю, наверное, один салат какой-нибудь. Чего наготавливать, да? Сделаю закусочки, прикуплю там какие-нибудь закусочки, креветочки, там салатик какой-нибудь. Вечером-то, да, там, ну, чтобы... Так, конечно, я буду что-нибудь готовить. Ну, в общем, я подумаю, пока еще над меню ничего не думала. И салфетки. Смотрите, они отличаются, как прям, вот, видите? Вот это вот холодный оттенок, более классический. Это темный. То есть здесь добавлена еще нотка темного цвета, поэтому они такого... В принципе, нормально. Я так вот положила.
Вот. И вот эти вот под столовые приборы, конверты, они тоже такого. Ну, в общем, красный цвет, если не заморачиваться, в общем, я решила, что оставлю, потому что мне салфетки эти понравились. Они хорошо держат форму, даже можно задекорировать. Смотрите, как держат, как хорошо форму, прям вот можно бант даже сделать. Вот. Ну, если кольца какие-то более. Я искала перламутровые такие, потому что он с бокала более радужного, перламутрового, такого радужно-перламутровые переливы на тарелочках тоже. Вот, я думаю, не нашла я таких, не нашла. Будут деревянные, что, дерево тоже можно, в принципе. Вот. Так что, вот такие вот заказики у меня для новогоднего стола. Больше такого ничего не покупала. Вот. Надо потом думать, что-то. Вот я хочу купить перцы фаршированные с сыром на закуску. Какие-нибудь оливочки, ну, что-нибудь такое вкусненькое, сыры купить. Вот. И очень хочется еще заехать в магазин. У нас есть магазин деликатесы. Вот там посмотреть что-нибудь вкусненькое. Там я видела, пироги пришли. Боже мой, почему они в фокусе? Разофокусировка идет в камере. Ку-ку. Так что, ну вот. Думаю, что не сильно принципиально, да, какого оттенка будут салфетки. Не обязательно все, чтобы одного тона было. В принципе, думаю, что да. Вот в прошлом году мы эту дорожку покупали, мне этой дорожке понравился такой прям приятный холодно-красный цвет. Видите? Я прикладываю сейчас к лицу, смотрите, мне вот этот цвет очень идет. Он такой холодный, красный, видите? А если я сейчас приложу к лицу вот этот цвет, он меня как-то, он мне не очень идет. Так, ребята, я сегодня иду стричься. Такая вот у меня длина. Покажу длину своих волос. Вот так вот все это выглядит. Здесь особо стрижки у меня нет. Но последний раз мне просто кончики здесь подрезали, как бы без объемно все это смотрится. Я хочу покороче, чтобы объемнее волосы смотрелись. Вот, ну, челочку чуть-чуть, наверное, укоротить ее. Да, вот настолько срезать. Ну и кончики освежить. Голова грязная, не мыла. Всю ночь все мыть будут. Вот. Так что. Вот. А, кстати, сейчас сразу мы поедем с родителями. Надо будет заехать, забрать посылку. От моей тети пришла посылка 7 килограмм с Мурманской области. Вот, надо будет забрать посылку сначала в деловых линиях. Потом мне по делам нужно. А потом только парикмахерскую. Потом еще по одним делам. Алешка поедет сегодня к стоматологу. Во сколько тебе к стоматологу? 17:30? Ну, он поедет позже. Он сидит, выбирает себе моноблок. Не знает, какой взять ему, золотистый или серебристый. Думает, думает, не знает, какой именно взять ему. Не цвет его волнует, я говорю, бери начинку, какая тебе больше нравится. Там места больше, тот другой мощнее, короче. Вот он выбирает, выбрать не может. Так что, что-то может быть и выберет. Мне просто черный нравится, клавиатура. А мне нравится серебристый из белой клавиатуры. Ну, он впишется, и он мощнее. Не сильно там, ну, все равно. Но все равно бери мощнее, чем красивший серебристый, он лучше. Не знаю, мне как-то по душе больше серебристый цвет. Слышно, хорошо. Серебристый цвет, мне что-то у серебристый цвет. Лешу записали на субботу, барбер пойдет. Наконец-то. Что тебе серебристый? Ну бери золотистый. Короче, смысл такой, золотистым больше память, да, два раза. Мощность, ну, чуть меньше, чем у того, да, серебристого. Да. Что там еще? Год выпуска единственный 20-го года, да? 19, 20-го года. И цвет золотистый. Клавиатура черные кнопки. Задник у моноблока черный. Вот. А у серебристого белая, ну или серебристая клавиатура и белые кнопки. Задник белого цвета. Мощность больше. Год выпуска 21-й. И что там еще разница? А памяти ХДМ... поменьше, ну вот. ХДМ... И какая-то там ходовая разъем какой-то, да, в этом. Вот, входа нет. А, нет входа, а у того есть, да? Вся разница, да? Ну лучше, блин, самому собирать, ну, блин, провода эти надоели, блин. Какие провода? Ну, Артемия, там везде висят. Да, вообще, сейчас вот удобно, да? И вообще дизайн, ну, он, конечно, разные моноблоки смотрел, но вот этот Asus, который, да, он самый, ну, симпатичный, он на iMac похож. По дизайну, но ему не нравится вообще система персона Mac, ему нравится Linux.
Потом на Linux работать или на Винде ты работаешь? На чем? На Linux. Я пришел работать на Linux. Кто не в курсе, Linux тоже операционная система. Есть Windows, Linux и Mac. Да? Нет. Три операционные системы. Еще какая есть? Microsoft? Их 1000 Linux. А, 1000. Короче, раз, ну, в общем, да, вот. Такие дела. Все. На выход. Чувак, тут ангар большой какой. Тепло? А чем он нагревается? Не знаю. Снимать нельзя. Получили посылку. Здоровая такая, огромная коробка. Мама, машина сидит. Я хотела. Немножко профилировали, подстригли и длину на 2 сантиметра. Надо одевать шапку. Так, мне еще надо в одно место заехать. Нет. И все. Поехали. Челка. Пришла. На разные стороны. Прикинуть можно? Давай. Что кому надо кардианты парикмахера, дорогие, мне стрижку, пишите мне в личку. Я вам скину в личку в Инстаграм. Скину вам. Че, позвонила? Кому? Ну, сестре. Посмотри на меня. Че, как? Красотка, да? Красотка. А че, кто там, заболел, что ли? Ариша сказала, что у нее температура. Да, сказала, что она болеет. А че ты нам не сказала? А я только включила сообщение, когда там сидела. А-а-а. Откуда же я знала? Бери, ешь. Она заболела, говорит, то ли коронавирус, то ли, не знаю. Говорит, выпила таблетку, а сейчас опять температура. А я думала, ты сестре звонила своей? Нет. Красиво. Че я буду звонить? Ты же позвонила. Так, все, мы уже пришли. Зашли уже, знаете, куда? Домой к маме мы зашли. Я сейчас вам покажу свою стрижечку. Укоротили ее мне немного, но потому что они подкручены, но, конечно, приподнялись. Но мне нравится, что они такие объемные. Зато объема много. Мне нравится. Челка погуще. Ну и кончики. Короче, классно. Еще нам посоветовала крем от Тиджи. Я уже его заказала. Хотя, наверное, там у них есть, но что-то не обратила внимания. У них там много разной косметики продается. В общем-то, ладно. Давайте откроем посылку. Я пришла к маме открыть посылку. Хотим посмотреть, что там. Чуть Тамара отправила. Так что мне Лёшка пишет, я тут поворачу голову. Так, сейчас я поставила камеру. Расположила на маминой кровати. Сейчас будем с вами открывать посылочку, смотреть, что там. Фу, что-то тут темно как-то у тебя. Темно? Ну да, что-то темновато как-то. А там вообще поводок какой-то собачий, папа примотал. Здесь не надо ножницы, наверное. Нет. Здесь коробка. Как вам показать коробку? Все можно ставить? Можно. Все, она не грязная. Ну, вроде нет. Тут показать, что тут лежит. Такая коробка на 7 килограмм. Коробка. Что, давайте открываем. О, здесь одеяло. Я вижу одеяло. Так, а ну, вернем камеру повыше. Так, какие-то синие пакеты. Да, пакетик, есть. Пакетик. Ой, молодец ты, это надо. Вау. Сестренка моя золотая. Ручки у нее. Ой, золотые. Какое теплое одеяло. Это как пэтчворк называется? Стиль пэтчворк, смотрите, с одной стороны оно такое... Помните, я показывала розовый, еще какой она присылала цвет? Ну, на два присылала. Так, это получается, смотрите, вот так вот выглядит ткань. Это одна сторона, а вторая в стиле пэтчворк. Смотрите, это же надо все руками. Как она, машинкой шила, наверное, машинкой? Это же вырезать, посмотрите, какая красота. Ищи, какое большое, сколько она шила времени-то? Вот она три штуки шила. Вау, вы посмотрите, какое огромное. Здесь еще наполнитель. Это большое, те-то маленькие были. Сколько а это огромное, смотрите, какое огромное. Те были односпалки. Боже мой, смотри-ка. Оно двустороннее. Угу. Глянь. Красивое. Дальше. Дальше, ребята. Смотри, что-то лежит. Вкусняшечки какие-то. Правда, кофе. Все, кофе Grand Gold. Какая большая банка. Ничего не сказала. Сказала, что одеялки выслала. Кофе?
А тут конфеточки. Конфеточки какие-то. Ой, сестрёнка. Радужные, пралиновые, помадные, желе, комбинированные. В общем, разные. Ассорти конфет разные. Дальше. Ну, мы любим посылочки открывать. Ну, что-то там еще какое-то покрывало, не знаю. Что-то еще. Вау! Это с розами. Смотрите, какое с розами. Ткань с розами. Так, здесь получается, ну, тоже большое, поменьше чуть-чуть. Большие. Здесь надо. Какие-то цветы, а с другой стороны тоже patchwork. Смотрите, здесь, ну, тоже оно с разных кусочков. Сколько работы, это ж просто бесценное одеяло. Так, на память будет вам. Так, дальше. Пакеты, миссы, вроде. И последний, ой, правда, что-то я пакет, да, там не видно. В камере не видно. И последнее одеяло. Ой, это мужской какой-то стиль, да? Это мужское одеяло, походу. Смотрите, здесь пойдемте такой вот знать. Цвет. Здесь коричневое, темно-коричневый цвет. Серо-коричневый. Ой, вот эта вот расцветка классная, бежево-коричневая ткань такая. Вот, вот такой вот цвет. Ну и здесь оно темное, но это мужское, видно, прям мужской вариант. Видите, на темном фоне. Кстати, вот это прикольно, да? Расцветочка. Вот. Тут на контрасте красно, классно смотрится, скажи. А вот эти ткани, вот смотри, желтая ткань. Я ей отправляла. Которая? Вот это? Вот это? Оранжевая, вот да. Это. Вот зеленая. Вот она тебе и наволочки. Здесь бы еще фотографии бы были, физиономии людей, было бы прикольно. Ну, слушай, красиво. Вообще, да? Двусторонняя, вот здесь ткань зеленая. Да. Так вы. Вы вдвоем умеете шить, две сестры, и у вас талант, видишь? Ага, талант. Красота какая. Вау, и вообще. Это же как будто бы, я не знаю, сколько такая ручная работа стоит. Это же это просто жесть. 1015 такой одеяльце. Не меньше. Короче, кому надо, заказывайте. Принимаем заказы. Заказывайте. Так, вообще красота. А тут как будто бы такая ткань, а здесь... Подожди, а тут какая-то другая. Как ну это? Вот пододирать надо же как еще, чтобы вообще? Сочетание. Она наполовину, что ли, ткань? Чуть не поняла юмора. Ну, она, видишь, с бордюром. Все поняла. С бордюром. Видимо, такая, типа, какая-то ткань двухцветная сразу, да? Видишь, это она с лоскутков одну сторону, а одну сторону она делает полностью с ткани. Это понятно. Одинаковая вся на одной стороне, а на второй кусочек. Так, все, я уже дома. Лёшки до сих пор нету. Вот. Моя стрижечка. Но я люблю такую стрижку, потому что при отрастании она тоже очень хорошо смотрится. Вот. И мне нравится, что она мне делала челку густую. Кстати, она заметила то, что ну, когда челка не такая густая, она не очень хорошо смотрится. Я с ней полностью согласна. И, короче, классно. Стрижечка. Мы сегодня с родителями, ну, перед тем, как мне пойти парикмахерскую, поехали в Аппетит. Вот, поехали аппетит пообедать. Ну и там на входе спрашивали QR-коды. Я, естественно, прохожу мой QR-код, потому что действительный, да. А у родителей он просроченный. Ну, они, у них QR-код закончился в ноябре. Ну, их не запустили. Блин, так обидно стало. Я говорю, сейчас я давайте на вынос закажу. В общем, взяла все в контейнерах, вынесла. И чай тоже в этих. Вот. Блин, реально... Ущемление прав человека. Вот. Дурдом с этими QR-кодами. Как будто бы люди, привитые и с QR-кодами переболевшие, друг друга не могут заразить ну, в процессе. Мне кажется, тоже это возможно. Мне кажется, было бы здорово, если бы делали тест. Ну, вот как на беременность есть быстрый тест. Вот. На слюны, например, бы как-нибудь. Такие были бы одноразовые. Сразу раз проверили, есть плюс-минус у тебя. Если отрицательно, заходи. Если положительно, иди отсюда. Вот, было бы так, какие-нибудь фильтр-боксы бы стояли бы, да, например. Ну, это, естественно, накладно, наверное, на кафе, на вот эти вот торговые центры. Вот, в общем, не знаю, напишите, что вы думаете вообще с этими QR-кодами. Вот. Такой теплый костюм вот этот у меня, прям вообще обалденный. Он из вискозы, прям в нем очень тепло, вот прям очень. На улице минус 27 градусов, и... Мне там всего лишь
хабэшная кофта, а внизу под штанами колготки. Сколько там, Дэн? 90. И шерстяные носки. Мне очень тепло, мне вообще не холодно. Ты поздороваться пришла? Ты поздороваться пришла? Да что ты ж моя любимая, ты моя... Ты что, поцеловай меня? Ты хочешь? Чего? Чем мне пахнет? Вкусненьким чем-то? В чем я пахну? Не своя, что ли? Ого! Чем я пахну? Я с родителей пила чай. И это... Фисташки турецкие. Папа купил на рынке фисташки турецкие. 1200 рублей килограмм. Он купил 2 килограмма. Они такие мелкие, соленые, еще плюс жареные. Но вкусные, зараза. Но я сильно их не, ими не стала увлекаться, потому что боюсь за зубы. Все-таки зубы сейчас, блин, дорого стоят. Сейчас позвонил Лешка, сказал, что он за зуб заплатил сейчас 4000 рублей. Ему нашли там один канал. Еще один канал остался, его найти не могут. Если вдруг его в следующий раз не найдут, то придется опять делать микроскоп за 5000 рублей. Короче, золотые зубы уходят, реально. Так что берегите зубы с молоду желательно. Вот. Надо мне подумать, что там с новогодним столом придумать. Надо подумать, в общем, что придумать такое интересненькое. Лёшка, я так смотрю, до сих пор еще не выбрал моноблок. Он не может определиться. Я все равно склоняю к серебристым, потому что мне больше нравится, он новее и мощнее. Но как бы тот тоже неплохой золотистый. Но мне не нравится цвет золотистый. Ему нравится начинка, то, что он, ну, не такой сильно мощный, конечно, как тот, но в нем больше памяти в два раза оперативная. 500 гигов, а там 250. Считайте, так-то ощутимо, да? Хотя память – это не проблема. Но они не особо разнятся, и цена у них практически одинаковая. Но вот он решает и думает. Ну, конечно, бы сюда вписался бы серебристый моноблок. У него лампа там серебристая. Ну, у меня тут свои дизайнерские заморочки. В принципе, мне все равно. То, что ему понравится, пускай то и берет. Вот. Белый. Там белая клавиатура. Белые, вернее, клавиши. А на том черные клавиши. Вот у меня вот на MacBook черные клавиши, серебристый полностью корпус. Тоже классно. Но вот другие там есть серебристые с темными клавишами, но ему начинка не нравится. Вот. Поэтому я не знаю, что он решил. Сейчас придет, опять будет меня мучить выбором. Анфиса, знаете, что делает? Она берет иголки с елки, выдирает. На все иголки уже отодрала. Анфиса. Сладенькая. Она, вон, видите, все перевернула под елкой. Она тут веселится просто не по-детски под елкой. Все иголки начинают сдирать, и иногда падают веточки, игрушечки-то ладно держатся, а вот веточки как-то не так уже расположены. Все нижние иголки повыдирала. Вот, пожалуйста, видите, иголка? Вот она. Отсюда берет вот так вот, понька, и выдирает. И под елочкой ее иголочки. Вы думаете, у нас иголочки не опадают? Опадают у нас иголочки. Ты бандитка? Анфиса? Что такое эта девочка-то? Вон, видите, что творится? Вот она прячется под елочку. Ай, блин. Что такое-то за бандитка такая, а? За это сюда кролика этого посадим, чтобы дырку не видно было. Кстати, прикольно вот эта вот юбка. Мне нравится. Фиса там тусуется под этой елкой теперь. Вот. Кстати, моноблок вот такого цвета. Вот. Он не золотистый, ну, больше к бежевому. В принципе, тоже нормально, да, будет смотреться. Ну, на белом. Тоже, в принципе, тоже нормально. Но вот серебристый, вот такой вот, мне кажется, был бы прикольнее. Хотя мне уже без разницы, главное, чтобы ему нравилось. Вот такие дела. О, Лёша пришел. Чего, Лёша, как зубы? А чё, недоволен такой? Замёрз? Замёрз. Как, красиво? Обычно. Вчера, сегодня. В смысле? Как обычно? Что, красота? Прически. Обычная прическа. Почему обычно? Чего такого? Ну,
Я кудряшку тебе сделаю. Смотри, блин. Смысл, это не кудряшка, это стрижка. Да где там стрижка? Да гуще стали волосы, и челка больше стала. Другая маленькая. Погуще отрезали. Ну, чуть-чуть, может, там изменилось. Я сказал кардинально. Смысл не кардинально. Мне кажется, что я кардинально. У меня были плоские волосы прямые. Ну, я завтра была... утром встанешь, будут такие же. Нет, такие же, как сейчас будут. Алло. Не знаю. Я тоже завьюсь, так так же буду. Ну, красиво. Ничего мужчина не понимает в женских стрижках. Там тебе про зубы расскажи. Что там, каналы не все нашли? Или могут найти каналы? Ну да, какой-то маленький. Кудри уже вьются у парня. Че? Маленький какой-то остался. Остался? Да его не видят или что? Не может он его найти так. Надо микроскоп какой-то. Ой, господи. Какие-то у тебя загадочные зубы. Просто там 4 канала в зубе. Ну что, опять временную пломбу поставили? Временную пломбу поставили? Ну да. Ну ё-моё. Иди руки помой, или ты помыла, я что-то не заметила. Сразу за компьютер пошел. Покушать надо. Сейчас покушаю. Ну понятно. Да. Опять у него совещание. Теперь понятно, да? Почему он такой неразговорчивый? Опять у него думы в работе. Артем там сидит, играет, орёт. Где мне шнурок второй? Так что... Сейчас у него мозг освободится, я ему еще раз покажусь. Нет, классная стрижка, реально. Помните, я когда 2 месяца назад ходила постригаться и краситься одновременно? Она мне просто подровняла кончики. Да, она классно окрашивает, но постригать она просто, ну, без фанатизма, как просто кончики. То есть раз, по расчесочке подрезала и все. Она не делает вот такие вот... объемные стрижки. Эта девушка, она и на мокрые волосы стригла, вот, направление соблюдала, да, и потом еще на сухие волосы она мне подстригала. Поэтому так. Ну, я, в принципе, стандартно подстригаюсь вот такой вот стрижкой, здесь вот так вот перьями, а сзади ровно. Вот, длину она у меня брала немного. У меня, ну, длина, может, была вот так. А за счет вот этих, вот этой лесенки, ну и филировки, да, они кажутся объемнее, и их легче укладывать, и можно разные прически делать. И пряди короткие у лица можно выпустить, да, и подсобрать как-то более высокую прическу сделать, и хвост классно смотрится. Я люблю такие стрижки, которые вот универсальные. Вот. А длинные волосы, ну просто не длинные, как бы их распустишь, ну и хвост как бы, и все на этом. А тут вариаций больше, играть с прическами можно. Поэтому я выбираю чаще всего вот такой вот стрижку, и укладку можно сделать вовнутрь пряди и от лица закрутить. Они классно будут смотреться. Причем муки выбора у Лёши. Он не знает, какой брать, золотой или серебристый. Ну, в общем, 2 серебристых на выборе и 1 золотой. В общем, мы решили бумажечки такие вот подписать. И кладем на пол. И Анфиса у нас сейчас выберет из 3 бумажечек одну. Она вот сейчас только что выбрала. Что она выбрала? Серебристый интеркор? Интелкора. Сейчас вот все подписали, сейчас будет выбирать она. Еще раз бумажечку. Анфисочка, иди выбери, пожалуйста. Леша, посади ее сюда, на около бумажечки. Пускай выберет одну опять. Выбери бумажку. Какую? Выбирай. Они не смотрят. Камера пошла. Нам камера пошла глядеть. Да ты вот сюда смотри, вот. Надо отвлекаться. Раз, бумажка. 2 и 3. Какую выбираешь? Давай лапкой выбери, что и возьмем. Давай. Вторая попыточка. Давай. Не хочет.